Обращения граждан в открытую приемную принимаются круглосуточно. Свои вопросы депутату можно направить также через интернет, по электронной почте или позвонив по телефону 8 800 234 21 88. Вся поступившая информация регистрируется в электронном журнале обращений, обрабатывается и передается специалистам соответствующих ведомств, после чего уже совместно с профильными ведомствами в ускоренном режиме рассматриваются пути решения проблем граждан. Обратиться в приемную для решения своих наболевших проблем сочинцы могут уже сейчас. Только в день открытия было зарегистрировано 5 обращений. Они связаны с перерасчетом индексации пенсии, вывозом мусора и гравийной отсыпкой береговой полосы. Эти вопросы будут рассмотрены в ближайшие дни. Часто руководители тех или иных ведомств, они сами, может быть, где-то не могут проконтролировать. И мы будем вовремя предоставлять информацию. И для нас важно, чтобы реакция была быстрая, и мы могли об этом сообщить тем людям, которые к нам обращаются. Это новый проект. То есть я предложил партии «Единая Россия» новую инициативу. Она была поддержана, одобрена на всех уровнях. И ну, давайте назовем это пилотный проект, который, я уверен, если благодаря совместным действиям всех ветвей власти, он станет эффективным, и тогда, я уверен, его можно распространять по территории всей страны. Сергей Кривоносов в Госдуме уже 5-й год. Все это время в Сочи работает и общественная приемная депутата. Она находится на улице Новогинская, 9. Парламентарий провел 230 личных приемов граждан и рассмотрел более 400 обращений. Такое взаимодействие между жителями города и властью будет продолжаться и после выборов. В открытой общественной приемной на улице Орджоникидзе можно также обратиться за консультацией к психологу, юристу и к аналитикам.